Сегодня днем на улице Магистральной столкнулись десятка и маршрутное такси. По словам водителя «Газели», он ехал по Магистральной прямо. В этот момент женщина, водитель десятки, стала отъезжать от остановочного комплекса. По правилам она должна была предоставить преимущество, однако этого не сделала. Водитель маршрутки такого резкого маневра не ожидал и среагировать не успел. В аварии пострадала водитель отечественного авто. Лечение ей не назначено. Пассажиров в «Газели» не было. А накануне вечером на промзоне столкнулись «Тойота Спасио» и грузовик «Исузу». Как выяснили инспекторы ГИБДД, водитель грузовика не предоставил преимущество легковушке, которая двигалась по главной дороге. От удара «Тойоту» отбросило в сторону, и машина врезалась в дорожное ограждение. Водителю легковой машины понадобилась помощь медиков. Ему назначено амбулаторное лечение.